Если коротко охарактеризовать эту породу, то можно сказать, что эти собаки сильные, смелые, активные, веселые и всегда готовы к играм. Они во всем стараются угодить своему хозяину. Стаффы требуют много внимания, но и отдают в 100 раз больше. Вы постоянно должны взаимодействовать со своим питомцем. Стафф, безусловно, собака очень активная, как большинство терьеров. Вот. И очень важно подбирать нагрузку, которая подходит именно для этой собаки. Это должна быть активность. Активность не просто, что собачка бегает сама по себе по полю, рассматривает цветочки, там, охотится за ящерками. Нет, это должна быть активность умственная. Активность, завязанная на хозяине. То есть, если собачка играется с палочкой, она не сама по себе бегает и подкидывает палочку, это значит, она приносит апортировку хозяину, хозяин кидает, может в это время говорить, использовать какие-то команды. Там, ты сядешь, я тебе кину палочку. Американский стаффордширский терьер – это собака с огромным количеством энергии, которая безумно любит людей. Абсолютно всех. Амстафф – это не собака-охранник, это собака-компаньон, которая всегда готова играть. И когда придет чужой человек, она никогда не набросится на чужого человека, она подбежит с ним для того, чтобы его облизать, зацеловать и поиграть с ним. Когда к нам приходят гости, они всегда считают, что это приходят гости погладить собаку. То есть это не к нам приходят гости, это к ним приходят гости. Порода с удовольствием занимается спортом, поэтому не лишайте ее этой радости. Найдите занятие, которое будет по душе и вам, и вашей собаке. Это может быть аджилити, фрисби, спортивная дрессировка. Главное, помните – движение и интеллектуальные нагрузки. Эта порода отлично справляется с ролью собаки-терапевта. Это общение очень нравится детям, положительно сказывается на их настроении и здоровье. Американский стаффордширский терьер – это собака с высоким болевым порогом. Она будет терпеть все детские выходки. И, конечно же, Амстафф всегда готов играть. Это порода, которая очень ориентирована на человека, и Стафф готов сделать все, чтобы угодить своему хозяину. Это собака, которая ради хозяина готова абсолютно на все. Она счастлива тогда, когда счастлив ее хозяин. Эта порода не подойдет неуверенным в себе людям, неопытным владельцам, а также тем, кто ведет малоподвижный образ жизни. Эти собаки тонко чувствуют ваше настроение. Если вы грустите, они составят вам компанию. Если вам весело, с удовольствием поиграют. С этой породой только одна проблема. Если заводишь одного Стаффа, обязательно, рано или поздно, заведешь и второго.